вулиця Клочківська, 174, остановка Соснова Горка, партія «Удар». Принесіть, пожалуйста. Вулиця Клочковська, 174, остановка Соснова Горка, партія «Удар». Принесіть варенье, печенье, ми відвезем воєнним. Спасибо. А, ребят, еще такой момент. Если у вас есть какие-то вопросы, да, по координации, по работе Харьковского Майдана, запишите телефон Евромайдан СОС. У нас есть ребята, да, которые работают круглосуточно. Да, запишите номера 097-130-35-56. Еще раз. 097-130-35-56. Лайф. 093-458-5313. Повторяю, 093-458-5313. Так, давайте еще раз, Киевстар. 097-130-35-56. Киевстар, записали, да? Лайф, 093-458-5313. И МТС. 095-015-78-24. Повторяю еще раз. 095-015-78-24. Ребят, если есть какие-то вопросы, вы, например, видите какие-то правонарушения, да вот, или там с вами какая-то беда произошла, да вот, не дай бог, набирайте Евромайдан СОС, у нас есть связь, получается, с самообороной города Харькова, да, с милицией, ФСБУ, если что, вы знаете, куда можно звонить. Да? И там по координации, по вопросам обращайтесь к Евромайдан СОС. И смотрите, у нас волонтеры собирают подписи за создание независимого, социального, незаангажированного телевизионного канала. Да, вот, это очень важно. Да. Да, спасибо. Это вот те гражданские инициативы, да, которые выросли из Майдана в том числе. Поэтому, пожалуйста, каждый принимайте участие посильно. Если у вас есть такой интерес, да, вот, звоните на Евросос, вас направят, например, если вы хотите чем-то помочь этому новому каналу, да, вот, информационному порталу, то звоните на Евросос, вас направят. Да, вот. И вторые подписи – это в поддержку того, что Харьков – это Украина, и Харьков за мир, да, против введения войск Российской Федерации. Вот, я думаю, что мы эти подписи скопируем с теми, которые ранее собирались. Да, вот. Ну, в общем, вот, волонтеры работают. Спасибо. 25 марта, 2014 год, Харьков. Шановні харків'яни, дорогі земляки, ви знаєте, сьогодні ми зібралися в такий, дуже такий день.